Доброго воскресного дня! С вами проект «Декоративные страсти». Мы создали эту программу для того, чтобы помочь вам в реализации красивого, стильного, функционального и уютного дома. С нами, как всегда, работают профессиональные дизайнеры, которые изначально чувствуют заказчика. Сегодня с нами дизайнер студии Westhouse Ольга Ищенко. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Наконец-то вы до нас добрались. Так долго вас ждали. Мне нужна ваша помощь как специалиста, как профессионала в вашем деле. Я бы хотела, чтобы вы нам помогли. Что это за комната? Это вот комната у нас будет гостиная. Гостиная вместе с кухней. Угу. Вот я бы хотела, чтобы оно было совмещено все. Как бы здесь отдых для отдыха место. Там будет кухня. Чтобы грамотно это все расставить, цвета подобрать. А стилистическое направление, что вам больше нравится, классика, либо современность, либо можно это смешать все вместе? Да, мне нравится и классика, и современность, такое, чтобы оно было легкое, ненавязчивое, что-то смешанное, да. Угу. Чисто классику как бы я не хотела бы. Легкое, чтобы, да, такое? Да. Чтобы совместить. Хорошо. А по цветовым предпочтениям? В плане цветов мне нравятся пастельные цвета, но с добавлением что-то яркого, чтобы оно как бы яркости в жизни, что ли, добавляло, вот, что-то присутствовало. Например, яркие. А какой вообще яркий цвет? Бирюза нравится. Бирюза очень нравится. Нам тоже очень нравится. Да, нравятся розовые такие вот нежные тона, фиолет. Вот такие вот. Хорошо. Работа с дизайнерами студии Westhouse – одно удовольствие. Все проекты делаются качественно и, самое главное, в срок, а иногда даже и раньше. Наши заказчики всегда остаются довольны. Мы будем все это делать, так сказать, с нуля. Вы нам доверяете. Может быть, какие-то еще нюансы вы расскажете, которые вы хотели бы внести сюда? Я бы хотела, чтобы у меня здесь был камин декоративный. Я хотела бы, чтобы он был на этой стене. Вот здесь будет телевизор, камин и диванчик. Как говорит Мария, ничего лишнего не планирует. Хочет как можно больше открытого пространства. Никаких шкафов, витрин, возможны полочки открытого типа. Еще небольшой, так сказать, момент по кухонному гарнитуру. Мне кажется, его можно сделать буквой, так сказать, «Г». Да, да. У меня так. Не хотели бы вы, например, вот раковину именно расположить возле окна? Я даже не знаю. Вообще я планировала где-то вот в углу. Там, в углу, да, как-то вот так. А около окна думала будет стол. Рабочая зона. Рабочая зона, да. Если вы советуете так, давайте. Не, можем посмотреть. То есть я как бы вам предлагаю вариант. Сейчас спрашивала, чтобы знать. Идея интересная. Оставят ли ее заказчики, узнаем в готовой визуализации. Мария озвучила свои пожелания. Ольга все это приняла и мысленно нарисовала картинку. Теперь мы отправляемся в салон Евросвет, а также в салон света интерьера «Абажур». И посоветуем, что можно приобрести. Роскошный свет с шикарной экономией. Три подарка от салона «Евросвет» для покупателей люстр из хрусталя «Строцкис». Грандиозные весенние скидки, плюс бесплатная установка, плюс самые экономичные светодиодные лампы в подарок. Экономьте при покупке и на счетах за свет. Салон «Евросвет». Акция продолжается. Проспект Алии Молдогуловой, 50В. Напротив гипермаркета «Дина». Как я и обещала, вместе с нами сегодня работает дизайнер студии Westhouse Ольга Ищенко. Оль, рада тебя видеть. Давненько тебя не было, спасибо. Я думаю, что ты будешь с нами. Конечно. Долго и всегда. Постоянно. Потому что твой вкус, твое вот это ощущение интерьера, когда ты его чувствуешь, это очень важно. Важно в нашей программе, важно всем нашим телезрителям. Поэтому я бы очень хотела, чтобы ты была с нами. Как можно чаще, как можно дольше. Да, и в Евросвете мы выбрали очень красивый осветительный прибор, в который просто невозможно не влюбиться. Это такая люстра, вот Оля ее сразу определила.
Она очень интересная тем, что у нее округлая форма сама по себе, да, и она с такими кристаллами, которые будут при включении отдавать вот яркие моменты, вот полностью по комнате раздавать свет. И несмотря на то, что она черная и как бы сделана такого из металла, ничего страшного, она очень будет интересна и наоборот выглядеть очень ярко в комнате, которая будет пастельных тонов. Отлично. И вот этот металл, о котором ты сказал, он ни в коем случае не утяжеляет эту модель. Он ее делает такой импозантной, какой-то вот такой дизайнерской. Я думаю, что в этом интерьере, именно, повторюсь, дизайнерском, такая люстра будет самое то, что надо. Да. А, правда, я еще просмотрела второй вариант. Он более такой, можно сказать, лаконичный, элегантный. Ну, уже по ходу, когда будем делать именно эскиз, я уже выберу одну из них. Все отлично. Роскошный свет с шикарной экономией. Три подарка от салона «Евросвет» для покупателей люстр из хрусталя «Строцкис». Грандиозные весенние скидки, плюс бесплатная установка, плюс самые экономичные светодиодные лампы в подарок. Экономьте при покупке и на счетах за свет. Салон «Евросвет». Акция продолжается. Проспект Алии Молдогуловой, 50В. Напротив гипермаркета «Дина». Как Оля и говорила, выбрали второй вариант. Вот такой вот красивый. Да, наш второй вариант, он тоже такой элегантный. Он получается полностью стальной. Понравилась мне эта люстра тем, то, что многие здесь люстры как бы белого или такого бежевого цвета, а это она сама стальная со стеклянными, так сказать, вставками. Да? И сам по себе абажур у них из, кажется, из кожи, такого вот серого стального цвета. Если даже не из кожи, то вот ощущение такой ткани. Да, как будто из кожи, да, очень интересное. Сама по себе она очень подходит к стилистике неоклассики. Что выберет Ольга? Как все это будет смотреться, покажем немного позже. Дома будет все в ажуре, если купишь в абажуре. В новом салоне «Абажур» все для создания стильного и комфортного интерьера. Люстры, торшеры, мебель, камины – все как в лучших домах. И аристократично, и практично. Нужен уют? Бонжур, абажур. Проспект Алии Молдогуловой, 57Г. Рядом с гипермаркетом «Дина». Вместе с Олей в салоне света интерьера «Абажур» мы выбираем обои. И здесь именно то, что нам надо. Впрочем, как и всегда, дизайнеры находят те каталоги, где есть те обои, которые подходят к конкретному интерьеру. Оль, ну и твой выбор вот прям безусловно. Мой выбор был очевиден. Однозначно. То есть нам говорили, что предпочитают пастельные тона. То есть у нас есть здесь пастельные тона. И самое интересное, то есть здесь нам нужно совместить, то есть сделать современную классику. Для современной классики мы еще никогда не использовали, мне кажется, в декоративных страстях вот такой именно вид обоев. То есть сам по себе он очень геометричный, и он идеально подходит для нашей первой люстры, которая у нас идет со стразиками, такими вот именно. Повторяю форму наших страз. То есть и здесь есть у этой коллекции очень хорошие компаньоны, как под декоративную штукатурку теплого цвета и более такого холодного. А также перекликающиеся с нашей также люстрой есть вот такой именно хромированный стальной цвет. Оля, у меня просто нет слов. Вот и все. Вот и все. Я с тобой соглашаюсь. В общем, дизайнер сказал только эти обои. Мария, внимайте. Потому что это будет со вкусом, это будет именно то, как должно быть. Кристалл.
Кристиана Масси – это архитектор, дизайнер и креативное ядро компании «Парата». С помощью профессиональной команды Кристиана Масси наполняет свои коллекции элегантностью и шармом классического итальянского стиля, не забывая вплетать в него тенденции современности. Благодаря тонкому художественному вкусу и чувству прекрасного из-под руки госпожи Кристианы рождаются настоящие шедевры в мире настенных покрытий. Бренд Кристиана Масси очень быстро взобрался на вершину и стал одним из самых узнаваемых среди итальянских обоев по всему миру. А других его отличает очень аккуратное отношение к дизайну, ведь для создателей важно, чтобы вся обойная продукция, выпускаемая под маркой Кристиана Масси, была одновременно и примером настоящей классики и иллюстрировала собой новые тенденции. Кроме того, внимание заслуживает высокое качество, которое достигается благодаря очень тщательному контролю над производством, серьезности в выборе сырья и совершенствовании машин для создания обоев. Грамотная координация на протяжении всех этапов производства позволяет каждому продукту бренда Кристиана быть настоящим совершенством. Коллекции этих итальянских обоев широко распространены и любимы во всем мире, ведь везде любят и ценят продукт, который по-настоящему сделан в Италии. То есть по всем стандартам эстетической красоты и качества. К тому же этот обойный бренд легко узнаваем благодаря непередаваемому стилю полотен. Такие обои вы можете найти в салоне света и интерьера «Абажур». Очень важный элемент в интерьере, тем более в классическом, это камин. Не каждый на него решится, потому что это, во-первых, затратно, а во-вторых, его надо как-то оформить со вкусом. Мария воспользовалась услугами профессионального дизайнера, и она точно уверена, что камин в ее интерьере найдет свое хорошее и грамотное место. Оль, тебе вот сама идея с камином нравится? Очень нравится, и самое интересное, что мы нашли это здесь вот в салоне «Абажур». Здесь можно действительно все вместе собрать, подобрать. И самое интересное, что наша как бы от люстры, да, осветительный прибор, это получается лампа. Да, она находится тоже здесь. И можно, получается, с обоями полностью, с камином, все вместе скомплектовать. Вот такой шикарный просто ансамбль, который, мне кажется, вот как Маша сказала, когда заходишь домой и не хочется выходить. Что-то подобное получится. Тем более над визуализацией работает дизайнер студии «Восхаус» Ольга Ищенко. И Оля в любом случае сделает комплект. Часто случается так, что старые традиции уходят в прошлое, взамен им создаются новые и активно внедряются в нашу жизнь. Но не тогда, когда речь идет о камине. Только вечные ценности выдерживают испытания временем и выходят на новый уровень в период глобальных изменений. Чем бы ни занимался человек, какие бы цели ни преследовал, ему всегда будет хотеться комфорта, уюта и умиротворения. Что может успокоить и согреть больше, чем языки пламени? Именно поэтому все чаще можно увидеть мраморные камины в рамках современных домов и квартир. Ранее они были единственным вариантом, используемым для обогрева помещений. Сегодня же в большей степени выполняют эстетическую функцию. Камин в доме – это показатель определенного статуса и достатка, именно поэтому о нем мечтают многие. В последнее время популярны электрические камины и такие, что работают на экологически чистом топливе. При этом огонь настоящий, а последствий горения нет. В период холодов и дождей камин способен значительно поднять настроение. Камин может стать шикарным и изысканным дополнением к любому интерьеру, при этом заметно его украсить и оживить. Ничто не создаст столь уютного фона, чем тлеющие дрова. Тихий, потрескивающий звук способен успокоить нервы, и это обстоятельство безмерно ценно. Камин может стать центром семейных посиделок. В такой обстановке гораздо проще проявлять свои чувства к близким людям. Конечно, хорошее оборудование будет стоить дорого, но такого плана инвестиции окупятся довольно быстро. Ощущение комфорта и безопасности крайне ценны. Для того, чтобы сделать все правильно и получить хороший результат, лучше заручиться поддержкой профессионалов. В салоне света и интерьера «Абажур» вы получите полную консультацию и возможность приобретения этого предмета интерьера. Камин воплотит в себе домашний уют, поэтому обязательно рассмотрите такой вариант обустройства. И
Я напоминаю, вы смотрите проект «Декоративные страсти». Очень скоро мы представим визуализацию от нашего дизайнера Ольги Ищенко. А пока информация от партнера ЖСК «Жилище». Самые доступные цены в городе. Элитный район БАЦ-2. Рядом школа-садик. Внимание! Грандиозная мега-акция, предложение которое редко услышите от застройщиков. Квадратный метр жилья по доступной цене. Квартиры комфорт-класса площадью от 40 до 135 квадратных метров. Застекленными лоджиями, газовыми плитами, приборами учета только для пайщиков ООО «ЖСК «Жилище». Успей купить, чтобы лучше жить. Улица Марата Оспанова, 67, офис 36. Телефон 51-34-35. Приобретение жилья – это ответственный и серьезный шаг. Все больше покупателей выбирают квартиры в новостройках, а не на вторичном рынке. Для этого есть много причин. Жилье в новостройках обладает рядом преимуществ по сравнению со вторичным рынком. Если выбрать хорошего и надежного застройщика, то никаких проблем при покупке новой квартиры точно не возникнет. Самым главным плюсом квартир в новостройках является их привлекательная стоимость. Сегодня ЖСК «Жилище» предлагает самые лучшие цены на жилье. Покупатели могут выбрать квартиры в новостройке по демократичной стоимости и при этом выгодно инвестировать денежные средства. Основные преимущества новостроек в том, что они идеально приспособлены для полноценной жизни. Рядом с новыми домами находятся образовательные учреждения, развлекательные комплексы, спортзалы и места для отдыха. Возведение современных домов осуществляется с соблюдением всех требований безопасности. В некоторых зданиях ведется круглосуточная охрана частной собственности. Что касается комфорта, то жилье в новостройках значительно лучше, чем квартиры на вторичном рынке. Современное утепление новых домов, прекрасная внутренняя планировка, наличие систем автономного отопления – это тоже большие преимущества новостроек. При возведении домов застройщики используют современные и безопасные материалы. Внутри здания нет страшных коридоров и лифтов, которые не работают. Безусловно, новая квартира имеет не просто много плюсов, она может стать началом совершенно другой, более комфортной жизни. Покупатель может заказать индивидуальную планировку и сделать свое жилье особенным. Большинство людей выбирают те объекты недвижимости, которые не имели предыдущих владельцев и являются юридически чистыми. Именно таким критериям соответствуют квартиры в ЖСК «Жилище». Идеальная планировка, все необходимое для комфортной жизни, высокая безопасность – вот основные преимущества покупки квартиры на первичном рынке. Недвижимость в ЖСК «Жилище» – это ваш самый правильный выбор. Жақсы аудан, мектеп балабақша жақын. Назар аударыңыз, ғаламат мега акция. Үй салушылардан сирек естейтін ұсынысыңыз. Баспананың шаршы метрі қол жетімді бағамен. Жоғары сапалы пәтерлер 40-тан 135 шаршы метрге дейін. Айнектелген лоджи, газ плита, есептегіш құрылғысымен тек қана ООО, ЖСК «Жилище» үлескерлері үшін. Жақсы өмір сүру үшін сатып алуға асық. Марат Оспанов көшесі 67, 36 кеңсе. Телефонымыз 51-34-35. Поговорим о натяжных потолках и пластиковых откосах, для чего они нужны и какими преимуществами обладают. И очень скоро покажем готовую работу от дизайнера. Замена старого окна новым нередко сопряжена с демонтажем оконных откосов. Даже если откосы были в хорошем состоянии, аккуратно убрать старые рамы, не повредив их, практически невозможно. Поэтому после установки нового пластикового окна многие потребители сталкиваются с необходимостью замены откосов. Помимо эстетической роли, откос необходим для дополнительной защиты от внешнего шума, холода. Поэтому обойтись без данного элемента нельзя. Новое красивое окно без достойного обрамления нельзя считать завершенным. Стандартным вариантом оформления проемов до недавнего времени считалось выравнивание и отштукатуривание поверхности с последующим ее окрашиванием масляной, водоэмульсионной или акриловой краской. Однако сегодня многие выбирают монтаж откосов из пластика, делая совершенно правильный и выгодный выбор. Чтобы откосы из пластика служили столько же, сколько и установленное окно, важен грамотный профессиональный монтаж. Устанавливая откосы, можно дополнительно утеплить оконный проем, уложив тепловизационный материал. Для монтажа откосов не нужна тщательная подготовка и выравнивание поверхности, как для штукатурки. Поверхность проста в уходе, не деформируется и не трескается. Мы всегда вам рады и оправдаем ваши ожидания. Установка пластикового откоса способствует снижению тепловых потерь помещения, укреплению оконной конструкции, предотвращает проникновение осадков в оконный проем.
Создает защиту от воздействия внешней среды монтажной пени. Преимущество пластиковых откосов заключается в длительном эксплуатационном периоде материала, эстетических показателях умеренной стоимости. При перепаде температур материал имеет равнозначный коэффициент теплового расширения. Кроме того, монтаж осуществляется быстро и просто. А уход состоит из мытья поверхности любым моющим средством. Пластиковый откос дает возможность использовать вследствие гибкие наличники. Проем становится надежно защищенным от осадков и других атмосферных явлений. Сейчас интересная информация от наших партнеров. Поговорим о натяжных потолках. Потолок является важной составляющей любого интерьера, несмотря на то, что потолочное пространство находится над головой и, казалось бы, не привлекает внимания вошедших, данной составляющей все же отведена одна из главенствующих ролей. Натяжной потолок – это всегда ровная плоскость, идеальный цвет, нулевой риск появления трещин, легкое скрытие проводов и других коммуникаций. Есть возможность строить светильники и шумоизоляцию. Натяжные полотна – красота и удобство в одном изделии. Натяжные потолки, цены на которые вполне доступны, являются хорошо забытым старым, прошедшим процесс совершенствования. Потолочные тканевые полотна натягивали еще в Древнем Египте, чтобы скрыть нелицеприятные своды каменных палат фараона и знати. Современные натяжные полотна, изготовленные из ПВХ разных оттенков, все так же скрывают дефекты нынешних потолков, делая поверхность идеально ровной. Современные модели более надежны и прочны. Они выдерживают до 1 центнера на квадратный метр. Материал, из которого сделан потолок, влагостойкий. Он не боится конденсата и прочих неприятностей. К примеру, если вас затопят соседи, то натяжной потолок, во-первых, не пропустит воду в помещение, а во-вторых, после ее откачки он примет первоначальный аккуратный и красивый вид. Форма потолков может быть как стандартной, ровной, так и оригинальной, сводчатой, волнообразной, арочной, конусной и так далее. Помимо этого, ПВХ-пленка может быть натянута на поверхности любой конфигурации – овал, круг, квадрат, нестандартные формы, что делает данный вид материала удобным и универсальным в применении. Одна из возможных проблем натяжных потолков – слишком большая мощность светильников, которая может стать причиной оплавления полотна. Здесь всего лишь важно не превышать рекомендованную производителем потолка мощность лампочек. Как правило, с натяжными потолками используются галогеновые лампы. Их рекомендованная мощность составляет до 50 Вт. Но обычно ставятся 35-ваттные лампочки, их яркости вполне достаточно. А вообще используйте лучше светодиодные лампы, все-таки 21 век на дворе, они почти не нагреваются, сверхэкономично и служат очень долго. ПВХ-пленка также прекрасно справляется с воздействием влаги, перепадов температур, пыли и прочих негативных факторов. Бывает еще такое явление, как схлопывание потолка. Допустим, вы открываете дверь в комнату, где установлен натяжной потолок из виниловой пленки. И он в этот момент втягивается к черновому потолку, прогибается. Между запотолочным и жилым пространством возникает разность давления, отчего и происходит втягивание полотна. Грамотные монтажники знают об этом явлении и умеют с ним бороться. Обязательно обратите внимание на качество материала, обращайтесь к профессионалам в этом вопросе. Контакты, с кем можете связаться, указаны в нижней части экрана. Поговорим о том, что потолки из ПВХ-пленки могут иметь запах сразу после монтажа. Если они качественные, он исчезает спустя некоторое время. Если же полотно изначально дешевое, будьте готовы жить с этим запахом и скажите привет аллергии. При большом числе неоспоримых достоинств натяжные потолки не имеют каких-либо значимых недостатков. Главное не заказывать копеечные варианты. И если подходить к делу с головой, потолок будет вас радовать десятилетиями. Дорогие друзья, дизайнер студии «Вестхаус» Ольга Ищенко готова представить нам свою работу. Давайте посмотрим, но прежде напомним, от чего мы отталкивались. –
Советы и идеи дизайнера помогут вам сэкономить время и деньги. Когда визуализация выполнена со вкусом, ей нет цены. Ольга Ищенко, дизайнер студии Westhouse, помогает заказчице Марии в оформлении гостиной, кухни и небольшого коридора. Как дизайнер видит будущую комнату, давайте посмотрим. Гостиная, стильная у классики, представляет собой светлое, просторное помещение. Без акцентов оно бы потеряло свой шарм, поэтому Ольга привнесла те цвета, о которых проговорила Мария. Оттенок фуксии представлен в диване и в обивке стульев. Не броско, но сочно. Такой цвет в правильной подаче, как в нашем случае, смотрится шикарно. Круглая форма стола – всегда оптимальное решение. Такой стол функционален, и его обтекаемая форма привносит дополнительный уют. Вдоль стены открытые полки в интересном исполнении. Между ними красавец-камин. Кстати, хороший выбор каминов вы найдете в салоне света интерьера «Абажур». Здесь же и подберете осветительный прибор, как это сделали мы с Олей. Обои всегда отдельный пункт в ремонте. Выбирать их надо только в хорошем настроении. Ведь это одежда для ваших стен, и, следовательно, она должна быть красивой. Их мы тоже выбрали в абажуре. Зона отдыха готова. Перебираемся в кухонную часть. Лаконичный бело-серый гарнитур. Уже за кадром идею с расстановкой у окна отодвинули на второй план. Решили применить классический метод расположения сантехники. Благодарим за профессиональную подачу дизайнера студии Westhouse Ольгу Ищенко. Оля, как всегда, оригинальна в своих проектах. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Мы увидимся ровно через неделю на телеканале Рика ТВ. Тепла и уюта вашему дому. Пока!